Guten Tag. Сегодня поговорим о чемпионате Германии. Матч Бавария-Мюнхен, Унион-Берлин. Бавария снова оставила далеко позади всех конкурентов Бундеслиги. В последнем туре был обыгран в гостях ближайший преследователь Голливуда – Лейпциг. И теперь отрыв составляет аж целых 7 очков. При этом Бавария провалила домашний матч Лиги чемпионов против ПСЖ, пропустив 3 мяча. Впереди ответный поединок. К нему необходимо подготовиться. Вероятно, что матч с Унион отойдет на второй план. Что же касается самого берлинского клуба, то команда проводит неплохой сезон, идет на 7-м месте и даже имеет теоретические шансы попасть в евросезон. Хотя в последних 5 матчах набрала всего 6 очков. Между собой команды в Бундеслиге встречались 3 раза. 2 победы мюнхенцев, 1 ничья. Не думаю, что мысли о Лиге чемпионов затмят разницу в классе команд, и Бавария одержит победу. При этом возможно, что выпустят резервистов, и поэтому разгрома ожидать не стоит. Но также подопечные Флика наверняка захотят сохранить ворота своего голкипера сухими. Поэтому предлагаю ставку «Сухая победа Баварии» с коэффициентом 2.65. А вот в чем железные могут быть сильнее, так это в количестве желтых карточек. Здесь, я думаю, победу одержит Унион. Спасибо.